Ну выбросите пакет, вы знаете. Ну как его пока что. Ну давай. Так. И всем привет! И сегодня будем играть игру по названию Hell Wanted. Наконец-то вышла, ну, эта игра Hell Wanted от Scott Aftona на Андроиде. Да, все так долго ждали. Да, как всегда, оно платное, да. Оно стоит, как я знаю, 4 евро 99 центов. И вы, конечно, на канале Пустричаном. Сегодня мы будем, ну, играть в эту игру. Как я знаю, некоторые ютуберы уже снимали про эту игру, и решил я тоже снять, как всегда, да. Ну, давайте будем начинать уже играть. Да, у меня почему-то по-польскому, потому что у меня, ну, польский телефон, наверное. Все. Так, тут есть новая игра, опции и какая-то экипа. Это, как я понял... А, это эти... Ну, сами знаете... Где там пишется, кто создал игру и так далее. Да, давайте нажмем новую игру, да. Наконец-то добавили эту игру. Да, как я знаю, тут не все режимы, но мы надеемся, что все добавят. Там разговаривает какой-то человек. В оригинальном Hellwanted то же самое. Это было, что с нами кто-то разговаривал. А как? Ну, что я могу сказать? Первое ощущение крутое, графика нормальная, да? Так, тут есть рычаг. Это кошмарный режим. Даже кошмарный режим завезли. Но оно открывается тогда, когда мы проходим все уровни, но обычные. Давайте сегодня поиграем во FNAF 1 и во FNAF 2. Да. Первую ночь. Загрузка, так. Ну, тут все написано, мы об этом знаем. Что тут надо выжить до 6, надо закрывать двери от аниматроников. Вот. И мы в офисе, так. Светить и дверь закрывать. Прикольно. Можем открывать ящики, да? Блин, тут пока что, как я понял, нету монеток. Надеюсь, добавят. Можно брать кексик. Можно бросать. Ага, лёль. Да, блядь. Не! У нас их есть? Да. Вентилятор есть. Он гай. Как бросить трубку? Как бросить трубку? Не можно пока что бросить. Бросить трубку, да? Тут тоже можно сидеть, закрыть дверь. Так, Бонни куда-то ушел. Его... Где он? Он на этом, что ли, камере? Все серое, белое, боже мой. Помс, помс. Мы долго этого ждали, да, FNAF настоящий, точно долго ждали, когда на Android добавят эту игру, наконец-то. А куда пошел Бонни? Куда Бонни пошел? А вот, он комната запчастей. О, первый час. Он гайд, ну ти, ну... Как тебе заткнуть? Пока что не можно его заткнуть, прикиньте. Ой, пизда. Ну выбросить этот пакет, не знаю, чего, мусор какой-то. О, Чика! Пока что мне все нравится. Некоторые говорят, что кривая... Ну, управление фигово. Не, нормальное управление. Эту игру можно пройти за 2 часов, вроде как. Ну, это бета-версия.
Выйдет обязательно полная версия. Ну, мы будем ждать полную версию. Да. Помните, вот прошлой версии там было только где чинить аниматроников Бонни и Чико. И еще были ночи. Чуть и ночей. И комната игрушек. И больше ничего. А тут уже гораздо больше что добавили. Жалко, что не можно посмотреть там наш шкафчик. Кипятку светим. 67% в 3 часа ночи. Бонни тут рядом. Чика, как я понял, в кухне. Фёдор, ну, стоит, как стоит всегда. И как я знаю, тут мы должны... Тут добавили уже чипсы эти, конфеты. Ну, больше фигурки, короче, больше предметов. Это хорошо. 4 часов пока что. Где Бонни? Где Бонни? Где Бонни? Фух, вот он. Как он выглядит. И Чикуся там вдалеке, вот. Пиццу просит. Не, я не буду тебе давать пиццу. Бонни, тебе надо кока-колу случайно? А, Чика, тебе нужен кекс, точно. Лёнь. О боже мой. Бонни пришел. Ты что? А, они еще ходят? Разработчики. Хорошо, все сделали. Хорошо. Ой, не-не-не, они ушел. 5 часов. Да, пока что, ну, не вижу, а так уж. Это как обычно в FNAF'е, только тут он поворачивает. А, все, то Бонни ушел. Ты забирай там свой кекс, я тебе дал ведь. Отдал твой кекс. Где Бонни? Он сейчас... О, Фокси даже двигается. Ну да, Фокси, ну, бывает, редко. Ну, не сейчас, редко можно увидеть, чтобы он первую ночь шел. Это если мы на его, ну, редко смотрим, тогда это работает. Бонни в комнате завчасти. Чика. Не знаю. Мы победили, да. 6 утра. Пум-пум-пум. Кстати, я засек секундомер, и одна ночь 6 минут. Да. Это не так уж долго, как вы, ну, в первом части. Там 8 минут и какие-то секунды. Так, открываем. О! Батончик лимон, чикобар. Как съесть? А, надо вот так делать. Скушал. Мы скушали. Очень вкусно. Прикольненько, прикольненько. Круто. О, вторая ночь открылась. Но, как вы знаете, я хочу... Будем еще в этой... В первом серии FNAF 2 проходить. Так, тут типа... нажимай на кнопку, что там и начать. Нажимай, короче, на кнопку. Одевай маску. И выживай до 6 утра. Окей. Давай посмотрим, как тут будет все выглядеть. Вау! Вау! Носик даже есть. Прикол. Ну, как бы в VR в FNAF'е. То же самое было. Да, в VR в FNAF'е то же самое. Надо было кнопки нажимать. Не можно опять бросить трубку. Да! Камеры. Можно заряжать шкатулку на единственном камере и свететь. О, как там Old Animatronic? Ну, визоры там не вытронят. Они там, у них там все нормально. Вент. Вроде в Help Wanted, в FNAF 2, там бесконечный свет. Как я знаю, тут FNAF 3 нету, но надеюсь, что добавят, потому что... Ну, это круто будет.
Уж интересно, как там будет во FNAF 3, во FNAF 4. Тут уж все интересно в этой FNAF. ХВ. Почему там называется Five Nights and Freddy's ХВ? Может быть, что это бета-версия? Либо, может, что это на Android? Шкатулку надо заряжать. Нам не надо заряжать шкатулку пока что. Блин, этот фон Гай разговаривает уже 2 часов. Где Бонни? Бонни! Бонни еще. Он сейчас заряжает шкатулку надо. И где Бонни? Я не понял, где Бонни? Маску можно. Интересно, что добавят на Android, типа, дополнение Хэллоуин. Если добавят, то будет очень круто тоже. Еще новогоднее обновление есть тоже. Так, Чика ушла и Бонни, кроме Фёдора. Фёдор ещё не идёт. Ну ещё марионетка работает. Нет никого, никого пока что. Ну, думаю, мы 3 уровня какие-то пройдём и в следующей серии продолжим. Вот Бонни. Прикольно. Куда Чика пошла? Нету там. Она обычно там ходит. Подожди, шкатулка. Совсем забыла о ней. Ну, там еще есть... ну... кошмарный режим. Ну, типа, 5-я ночь, это кошмарная ночь. О, той Бонни! Привет! Прикольно он ходит. Куда ты пошел? Ты куда подсел? Морковку жрать. Не знаю, что там есть. Хотите вообще кушать морковку? Наверное, нет. Конечно, кто будет кушать морковку? Кроме меня. Ой, Чика! Я уже такой думаю, у кого такие глаза светятся? Она ушла. Она на этой камере должна быть. Да, она на этой. Ибо не тут. Либо тут. Где ты? Где ушел Бонни? О! Ты серьезно? Ты куда полез? Без спроса. Ужла одевать? Не пугай. Фу-фу-фу. Не напугал. Ну что, мы первый раз прогнали той Бонни. Так, Фёдор вообще не двигается, но вот, типа, той Фредди. Это той аниматроники. Есть еще Визер, конечно, и Мама Бонни. Ну, зачем я свечу? Вот той Бонни. Пойчик. Уйди! Чика, ты чё тут забыл, а? Ушла. Я уже понял, почему 5 евро. Кстати, это самый дорогой FNAF, вроде как. А, не, самый дорогой это Hellwanted как раз. Ну, будет потом самый дорогой это Security Breach FNAF. Да, кто смотрел мой видос, трейлер. Кстати, будет ссылка в описании про Hellwanted видос прошлый, финальный, и про трейлер. Да, кто не смотрел. Так, опять батончик. Мы батончики достаем. Можно игрушку какую-то достать? Какой-то батон for one. Окей, съесть как. Скушали. Очень вкусно. Да. Ну, а там... Балом больше есть какой-то Бонни. Манго. Тикос Бэйби. Так, давайте еще поиграем.
с Боломбоем. И закончим видосик. Конечно, я продолжу сниматься, потому что мне самому нравится эта игра. Так, 90 секунд. Хай, блин. Пьяный Боломбой. Ты чё смеешься? Я думаю, ты уже ушел там. Я не повидусь. Иди. Смеется. А, он ушел, значит. А, блин, я думаю, что он идет, куда смеется. А, ждем, когда он уйдет. Ходи. Во, он пришел. Надо, чтобы он на крестик пришел, кто не знает. Он не играл в оригинальный FNAF. Ну, это оригинальный, только в FNAF 4 обычно. Не знаю, что вот эти за белые штуки появляются. Чу! Блин, мы умерли. Ах ты, Боломбо. Так. Пытаемся опять пройти с этим Боломбо. Это же так умел. Потише сделаем. Куда ты побежал? Ой, боже мой. Сейчас. Надо просто слушать. Он ушел. Фу. Блин, ну я почти успел. Ну что ты такой Боломбой хитрый? Хитрый. Повторить. Так. Иди. Он побежал. Что с тобой? Еще так смотрит. О! Какой ты шустрый. Он почти пришел. Да! Ха-ха-ха-ха! Попался! Боломбо, я так долго тебя ловил. Так, что в этот раз достанем? Опять еду? Ой! Файтайм, Фредди, привет! Так вот. Ты чё? Что он сделал за... Сальто, Мархальто, еще дым такой. Ой. А вот игрушка. Фёдор. Окей, continue. Continue, нажимаем. О, ещё будет плюс. Бэйби, да. Так, может будем заканчивать видосик, да? Мы будем заканчивать, конечно. В следующем серии мы пройдем вторую ночь во FNAF 1, во FNAF 2 пройдем вторую ночь и починим еще баняху. Ну что же будем, что? Правильно, прощаться, всем пока-пока, подпишитесь на мой канал, потому что, конечно, я стараюсь, и ставьте много-много лайка. Я понимал, что вам нравится этот видосик, и чтобы мне было больше настроения снимать видосики, и еще не забудьте, конечно, что нажать на колокольчик, чтобы не пропускать другие необычные, интересные видосики, как сейчас, и стримы, конечно, тоже, и... Пишите комментарии, мне будет очень интересно почитать. И всем пока-пока, до следующей серии. Пока-пока, пока-пока. Пока! Пока-пока. Пока-пока.
Thank you.